смотрите, купила себе роликовый массажер. Кто любит массаж? Это вот тема такая, что именно вот именно это для нас. У меня шейный хондроз, и в последнее время, вот знаете, правая сторона как-то так, знаете, такое ощущение, как будто вот плечо сзади, а вот лопатка, знаете, как будто вот когда отсидишь, вот там или отлежишь ногу или руку, вот такое ощущение, немножко как мурашки бегают. Я сама себе массировала, мужа просила, на работе кого-нибудь попрошу, там меня там пощипайте, постучите. И я себе купила вот такой массажер. Я уже его открывала, пробовала, просто обратно для вас положила в коробку. Так, вот такой вот массажер. Вот такой вот роликовый массажер. Так, я его подключила. Вот видите? И вот так вот он массирует. В одну сторону, потом в другую. И сейчас вот в одну сторону массирует, потом он останавливается, начинает крутить в другую. Немножко усиленный такой нажим. Сама ложусь на него, укладываюсь поудобнее и получаю удовольствие. Сейчас, видите, в другую сторону. Ну вот, девчонки, смотрите, я легла на этот массажер. Он сейчас там крутит в одну сторону. Приятное тепло идет, такой приятный подогрев. И он сейчас крутит в одну сторону ролики, и потом будет в другую сторону. 8 роликов, они прям все массируют. Всю плечевую зону мне массируют. Я вот под голову положила такую маленькую подушечку под затылок. Вот, сейчас в другую сторону. Релакс, полнейший релакс. Сейчас пришла с работы, немножко уставшая, но полежу 15 минут со своим массажистом, и все, я буду бодра, весела и обратно заниматься домашними делами. Очень приятно. У меня уже язык заплетыкивается, потому что я начинаю засыпать. Идет приятное тепло, идет проминание, и я начинаю засыпать. Поэтому надо сейчас вставать, а то я сейчас усну до вечера. Так хорошо. Опять крутит. Купите, девочки, кому это надо, кто это хочет, купите, и вы не пожалеете. Вы будете каждый день получать релакс, удовольствие, хорошее настроение. И это все-таки нам для здоровья, для пользы. Так что покупайте. Я вам только советую хорошее.